Роспотребнадзор подвел промежуточные итоги рейдов по изъятию из оборота жевательных смесей. Охота на снюсы началась в конце декабря во всех регионах страны и продолжалась все новогодние каникулы. Жевательный табак, который в последнее время пользовался особой популярностью среди молодежи, официально запрещен. Однако под видом так называемых снюсов была распространена продажа никотинсодержащей продукции, которая по итогам исследования оказалась намного опаснее. Эта продукция, она содержит никотин в дозах, превышающих даже содержание никотина в табачной продукции. То есть вот исследование, которое проводил Роспотребнадзор, говорит о том, что одна таблетка содержит до 30 миллиграмм никотина. То есть это соответствует пачке сигарет. Сотрудники Роспотребнадзора по Новгородской области с конца декабря 2019 года проводили рейды с изъятием новой никотинсодержащей продукции из оборота. Проверено более 1000 точек по всей области, где выявлено 155 упаковок вещества. 64 из них произведены в Швеции, остальные же не имеют лицензии и точного адреса. В отношении одного юридического лица и индивидуальных предпринимателей составлены протоколы об административных правонарушениях. Размер штрафа достигает 600 тысяч рублей. Мероприятия, направленные на недопущение оборота никотинсодержащей продукции, продолжаются. В случае выявления просьба обратиться в управление Роспотребнадзора по Новгородской области.